техникуме сейчас учатся более 740 подростков, которые получают знания по 7 специальностям. Центр создан в рамках социального партнерства с компанией «Кубанэнерго». На этой базе учащиеся получают навыки, которые уже смогли применить на практике. Многие из воспитанников техникума участвовали в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» и заняли призовые места. Однако, несмотря на хорошие показатели подготовки, Ольга Голодец заметила, что учащимся профлицеев и техникумов нужно больше уделять внимание фактору времени. Наши ребята, они не приучены к тому, что на каждую норму существует время, что есть норматив по времени, и больше этого времени затратить, это уже ты выходишь за пределы эффективности. И в этом смысле, конечно, такая система обучения, которая у вас внедрена, это абсолютно хороший показатель. Ольга Голодец поблагодарила коллектив техникума и руководство города и края за создание таких ресурсных центров и пожелала воспитанникам успехов в предстоящем чемпионате профессионалов, который состоится в следующем году в Краснодаре. В ответ ученики подарили вице-премьеру деревянную шкатулку, сделанную своими руками.